преддверии великого праздника Дня Победы в Чебоксарах пройдет множество мероприятий, посвященных героям войны. К празднику 9 мая готовятся власти республики, муниципалитеты, военные, артисты, спортсмены и, разумеется, сами участники Великой Отечественной войны. Оставаться в строю им помогают Советы ветеранов. В Чувашии осталось чуть больше 1500 участников войны, более 20 тысяч тыловиков. Зачастую им нужна помощь, и нередко выручает именно Совет ветеранов. Эта общественная организация вот уже четверть века решает самые разные вопросы. Говорят, возникают они часто в сфере медицинского обслуживания. Мы также отслеживаем все указы, законы, которые выпущены в защиту ветеранов, чтобы они соблюдались, чтобы выполнялись. Если нарушаются, то поправляли. Мы помогаем нашим руководителям республики, правительству в работе с пенсионерами, с ветеранами, потому что сегодня 27% республики жителей составляют это пенсионеры, ветераны. На плечах тех, кто в рядах Совета ветеранов, патриотическое воспитание молодых. Организовывают встречи со школьниками, рассказывают о пережитом и о войне. Ветераны проводят действительно большую работу, потому что они сами, вы понимаете, это те люди, которые прошли жизнь. И очень плохо то, что они сейчас уже уходят. Чтобы память о них жила вечно, вместе с ветеранами национальная телерадиокомпания «Чувашия» открывает проект «Родные лица Великой Победы». В нем серия репортажей о людях войны. Первый сюжет об участнике Сталинградской битвы Александре Рыбакове. За войну я насмотрелся, сколько они... Население убили. Ни за что. Зачем, скажем? Воюешь против военных, дело другое. А то города уничтожали, деревни уничтожали, людей тоже не уничтожали. Вот этим они сами проиграли войну. Мы морально были настолько обозленные, что он никак не мог взять. История Александра Рыбакова выйдет завтра в программе «Республика». Татьяна Филатова, Николай Яковлев, «Республика».